Всем привет! Добро пожаловать на канал. Рубрика мини-распаковочки. И сегодня нам пришел, так сказать, донор. Если кто-то прочитал уже быстренько, нет, это не то, что на коробке написано. Это не химота. Снимаем коробочку. Так, и тут у нас очень много пенопласта. Аккуратненько убираем. Какой-то поролон интересный. Упаковано прям добротненько. И здесь у нас Аксиал первого поколения. Вот такой вот аппарат. Джип Wrangler. Так, он модель Rubicon. Полностью стоковый. Нету только переднего бампера. Тихенький, хороший. Ну, давайте, значит, вскрывать. Для удобства вот такие вот клипсики. Шнурочек запаянный. Удобно, быстро снимается. Спереди обычные. Ага. И запаска еще крепится. Вот так вот. Здесь полностью стоковое шасси. Стоковый регулятор оборотов. Мотор. Бокс под электронику. Кнопка сбоку. Все полностью. Тяги, линки стоковые. Все полный сток. Тихенько, все, закусываний никаких нету. Колеса не заклеены. Вот. Скажите, зачем тебе нужен Аксиал первого поколения? Типа он уже устарел и все. Он беспроблемный. Он бюджетный. А нам как раз таки для проекта сейчас нужна шасси. Давайте прикинем, подо что я ее брал. А брал я ее под нашу буханочку. Распечатал я, значит, ее размеры. А буханочка, я при распаковочке не сказал, какого она масштаба. Она у нас 8-го. Мне уже пришла на нее резина. Не знаю, сейчас я на эту прикину. А так вот, я взял маленькие колесики на нее. Хочу ее сделать более копийную. Так, дальше. На нее я уже отпечатал сиденье на буханку. И отпечатал тоннель. Вот, руль. Ну, кто следит за новостями в группе ВКонтакте, я уже все сбрасывал. Ну и давайте посмотрим, как это будет смотреться. Так, ну тут может перегородка мешаться сейчас. Ага, и бампер. Ну давайте сразу его открутим. Так, прикидываем. Ну да, как я и думал, колесики эти великоваты. Но это уже лучше, чем я до этого прикидывал. Так что смотрите, я думаю, что вот эти колеса будут вообще просто в идеале сюда. Как раз таки они будут и внутри. Они будут внутри кузова. Это я диски распечатаю с специальным, высчитаю вылет.
все сделаю. Вот, смотрится она уже довольно-таки интересно. Просто почему не подойдет эта резина? Потому что она будет на поворотах цеплять кузов. Ну, не знаю, это, как говорится, все еще вилами, как говорится, на воде. Так, накинем сейчас резину на диск. Новую, маленькую. Размерность у резины 96 или 98. Ну, короче, до сотни. Вот. И давайте сейчас посмотрим, что у нас получится, как она будет смотреться. Я думаю, что размер как в оригинале, но что-то мне кажется, что оно немножко маловато. Так что посмотрим, подумаем, вот, что из этого будет у нас получаться. Так что следите за проектами, подписывайтесь в группе ВКонтакте, задавайте интересующие вас вопросы. Вот. А мы будем строить дальше. Так, регулятор работает. Сейчас поставим приемник и отправимся тестировать. Еще раз, вот такой вот аппарат получается. Посмотрим, как он едет в стоке. Давно уже на таких аппаратах не катал. После того же самого TRX. Чем приятнее будет управлять. Так, ну все, поставили, значит, приемничек. Все у нас работает. Все крутится, все вертится. Все, собираем бокс. Триммер что-то я убрал аж на максимум. Сейчас я ставлю триммер по центру и перекручу качалку все-таки. Вот такой вот аппаратик. Корочка немножко подушатанная, но ничего страшного. Очень даже, я вам скажу, очень хорошо и легко он забирается. Так что вот. Вот такой донор у нас будет. Так. Ага, аккумулятор мешает. Сейчас мы его отсюда выдернем и положим вот сюда. Вот такая буханочка. Если честно, я, наверное, скажу вам, что, наверное, вот эти колеса мы и оставим. Чуть-чуть пониже мы попробуем сделать кузов. И, наверное, так и оставим. Вот так вот получается. Спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ну все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Ну все. Спасибо за просмотр. Пока.